Значит, раньше, если милиционер попадал в плен или же, так сказать, пропадал без вести, то ему не начислялась заработная плата за время пребывания в плену. В то же время военнослужащим Вооруженных сил Национальной гвардии заработная плата начислялась, их всеми снабжались. Мы устраняем тем самым неравенство. Почему было так? Ну, потому что милиция никогда не предполагала, что она будет участвовать в боевых действиях. Уже около 100 милиционеров погибли с момента начала антитеррористической операции в Индии. И десятки их попадали в плен. И находятся до сих пор в плену еще со времен Иловайска. Поэтому мы уравниваем права и возможности всех тех, кто принимает участие и борется за независимость Украины.